Привет, мы на канале New Life, It's My Life. Теперь мама выступает. Всем привет, мы на канале Наша жизнь в Америке. New Life, It's My Life. Сегодня мы идем в нашу школу Anza Elementary School. У нас open house, по-русски говоря. День открытых дверей. Дети будут показывать свои поделки, которые они сделали за год. Ну и вы увидите, какие классы и все остальное. Вперед! Мы посмотрели Сашкин класс и сейчас перемещаемся по школе Катаринкин класс. Папа! Катаринкин класс. И Катаринка Кириш. Куда они все смотрят? Почему все смотрят вниз? Катарина вообще не смотрит. Ну что, пойдем уже в класс зайдем. Катарина вообще не смотрит. Катарине научительница, это вот та женщина, которая на дальнем плане. Did you go to all the classes? Did you go to Anton's classes? No. We do from small school. We start and go up. Oh, are you going up? Well, you have to show me. Ну, вот такая теплая встреча. Oh, of course. Yes, it's a small school. Не было Майнкрафта, Каш. Подождите, сводила какую-то красоту? Это что за фотоаппарат? Какая ошибка? Ну, это делает автобус. Это школьный... Школьный автобус? Нет, это тако-трак. Что это? Тако? Да. Фуд-трак. Да. Ну, в общем, картина классная. И даже подписано художником. Как можно про него рассказать? Он сибирский. Его можно кушать? Нет, его нельзя. Ну, это для... Вообще можно использовать на Хэллоуин, но больше у мексиканцев есть праздник, когда они... Это не мексиканский праздник, про него можно говорить. Красятся своеобразно. Короче, посмотрите мультик Коко, и вам там все расскажут. Так, Зайка, это тоже отношение к Хэллоуину имеет? Зай, ну мне кажется, это у них это в другое время происходит. Наверное, в Хэллоуин. Ну, в общем, посмотрите, мультик Коко так. Все равно очень. Да, хороший. Мультик очень хороший. Называется Коко. А что за фотоаппарат, Катарина? Это мой читай книжку. The one and only iPhone. У меня нету книжки, то есть мобайл. Типа вот это. Да, там есть слово, но они не Опа. Можно нам прочитать это? Или вкратце пересказать? Ну, я понял. Народ хочет разобраться с текстом. Окей, сейчас я почитаю. Айвен сейчас Пейтин Джайн, то что он думает, это сейф Рубис, это элефант жизни. Он стоит всю ночь в сути. Он показал это другому элефанту Джулия. А другой, один день later, Руби это moved it to a zoo. Тот picture had Руби, Яда и в больших словах Home. Классно и понятно. Давай смотреть дальше. Окей, типа вам это надо платить. Катерина. Board, bookworm, and music worm. Lover of Naruto books and listening to music. Кто able to annoy people? И сейчас смотри. Who dreams of being an artist and a baker and a quiet classroom? Oh,
некоторые дети там не помнят. Пока разбирается папка, я пойду, наверное, посмотрю, по классу покажу. Покажу разные работы. Вот Антоша на какую-то... Почитать это? Катарина на работу, давай. Окей, типа, они читали эту книгу, называется «By the Great Horn Spoon». И там, на чаптер 2, там есть такое место, называется «Hangtown». И им надо было нарисуйте написать, как они думают, «Hangtown» будет. Она написала, «Я думаю, «Hangtown» с много-много домов, очень-очень... По-английски? Quiet, я забыл. Quiet. Quiet. Тихо. Тихо. Uh-huh. Потому что люди не входят много. Я imagine людей, типа я, ты знаешь, людей, типа, которые, как это сказать, как по-хорошему сказать, с деревьев висут. Вот это может объяснить. For squatting, вот это я не знаю. Squatting я не знаю, и потом, может, все плохие вещи, которые они сделали. Ну, пойдем посмотрим, что там еще есть. Посмотри, зайка, какие потрясные часы на телевизоре. И они еще здесь. В общем, во всех классах у детей есть телевизоры, есть проекторы, есть компьютеры, принтеры, мониторы. Они что-то печатают, что-то выводят на проектор, показывают свои работы. Они работают на ноутбуках. Так, здесь вы изучали Америку, походу, да? Ну, в смысле, Катаринка изучала. И в частности, наш штат, Калифорнию. Я не знаю, где Катаринка. Я знаю, где Катаринка. Катаринину работу нашел? Я думаю, здесь написано Катаринка. Где? Ну да. Но я не знаю, потому что мы меняем свое имя. Подожди, Катарина, а что вот это вот такое? А. Типа я не знаю, может быть Катарина. Может быть, а может и не быть, да, надо у нее спрашивать. Вот эти работы какие красивые. Мы надеемся, это ее карта. Мне понравились вот те работы очень. Ты у этого учителя учился на душе или нет? Нет? Я тоже думаю, что только Катарина учился. В самый скут у нее был. Да? Президент Соединенных Штатов. А, вот в этом ящике компьютеры ваши стоят, да? Да. Они здесь заряжаются, скажем так, зарядная станция. Но вот эти часы меня просто поразили на телевизоре. Просто обалдел от них. Это на компьютере. Ну, с компьютера передают. Но они классные. А это мама Катарининой подружки. Это твое? О чем это творчество? Это математика, да? Угу. Вот так вот. А где Катрина твой? Где твой? Ну, вот такой вот Катаринкин класс. А вот откуда транслируются эти классные часы. Папочка, мы не ошиблись. Мы не ошиблись, да? Ты чувствуешь свою сестричку? Там написано Катарина Кроварс. Ну так мы и смотрим, Катарина какая-то
Нам надо было сделать какой-то... Ну, понятно, то, что так и объяснил, мы так и подумали. Катарина хочет космос показать, да? Сейчас я найду мою. Катарина, это космос? Я уверена, да, да, Катаришин хороший. Но все мы так лапать не будем. Мой не хороший. Я думаю, это мой. Так красиво. Но. Мы думаем, это мое. Какое? Вот это ты думаешь? Я думаю. Так, ты? Нет, это не мое. Пози. Не помню, что рисовал. А то хватит тухать мои волосы. А то ж не трогай. Ладно, потом сюрприз будет домой. Да, очень классная библиотека. И смотри, какие стульчики милые сделаны с этих. А ты через читать. Я понимаю. Можно еще? Нет. Да какой кубик правильный, еще кубик есть. Ah, Dad's gonna get the whole thing. I know, getting her to smile for a picture of her. Thank you. И двигаем в Антошкин класс. Ой, тут прямо графики какие-то. Нет, нет.